Всем привет, это Аед. Кому надоело корибасить дерьмишко в Целосе и Сотисе, кому нужны бабки в нормальном количестве, чтобы не ссаться за страховочку, мы предлагаем данный видеоурок, скажем так, по секрету коммунистического золота, золота партии, о том, где можно наколупать много-много денег за просто-просто так. Для этого нам нужно, прежде всего, прибыть в систему Нагии, родину, столицу коммунистов наших, русских. Вот она, родная. И конкретно McLaren Vision. Поскольку миссии, которые нам предстоит выполнять, очень простые. Простые настолько, что можно их делать буквально на сайдвиндере. Но мы для этой цели используем Eagle. Берем Eagle. Питим игла самым дешевым способом. Единственное, нам нужны здесь Нурсы, и обязательно не забудьте взять карго, потому что миссии с сувенирами и подарками вы брать тогда не сможете. Обязательно нужно покрасить свою иглу в какой-нибудь симпатичный красный цвет. И обязательно писать какие-нибудь буковки. Обязательно поставить буковки. И летим в систему с очень сложным названием. Хрен выговоришь, называется Линцы сектор. А где все-то? А здесь нам нужно поселение Баудин Лендинг. Все. Карибас полетел.
Ну и разумеется, приехав в систему, обязательно отсканируйте маяк. Потому что приехав туда первый раз, сюда первый раз, у вас не будет никакой информации в системе, и вы не найдете город. Как сканировать маяк? Для тех, кто уже меня 100 раз спрашивал, и только что тоже нас спрашивали. Едем в Навбикон. Находим тело маяка. Выбираем в таргет. В упор к нему подъезжать не надо. Надписей на нем нет. Все сканирование проходит автоматически. Сканируем маяк, получаем данные. То есть у меня данные-то уже есть, понятное дело. Но у вас все появится, вся система будет расписана, как положено. И нам, собственно, нужна вот эта... Мы пытаемся отсюда свалить, потому что... Другие корабли нас маслучат. Точнее, меня маслучат. Прибыли на станцию и начинаем заниматься набором миссий, а точнее банальным релогом. После получения дружественной репутации, точнее даже союзной, вам будут выпадать очень жирные миссии. И поэтому можно будет сидеть и выделываться, перебирать харчами и выбирать самые жирные. При этом миссии там на 5 миллионов убить скримеров. Выбираем самое такое вкусненькое. Ну, 3 миллиона можно посмотреть, какие там призы и подарки. Ну, 2 миллиона это уже тут считается бомжатские миссии. Поэтому выходим. Нажимаем приватки и пошли релогаться до посинения, пока не наберем 20 миссий самых дорогих и ценных. Продолжаем набирать миссии. Обратите внимание на миссии, которые на Harris Installation. В принципе, туда можно даже не летать. Эти же миссии будут засчитываться на не свадьба клейм. То есть мы берем на Harris Installation. А выполняем эти миссии на не свадьба клейм. То есть они все будут засчитываться. Максимум 12 скримеров нужно убить. То есть вам нужно убить 12 скримеров. Набираем 20 миссий. Убиваем 12 скримеров на двух базах. Либо на банкс, либо на свадьба. И все. В общем, пропускаем сейчас. Вернемся. Так, в итоге набрали вагон миссий, постарался набирать самые жирные, но
Не берите миссии на Голиафов. Не помню, говорил это уже или нет. Потому что убивать их геморройно, особенно на будет игле. И туда летать не надо вообще, на это Харрис Инсталлейшн. Тоже об этом уже говорил. Собственно, проверяем, где мы находимся, open, не open. Чтоб можно было кого-нибудь там встретить, друзей или не друзей. И валим непосредственно опять систему ноги, где находятся наши станции. Ну вот, я вываливаюсь на несвадьба клейм. Собственно, что нам нужно сделать? Выманить и уничтожить скиммеры. Маленькие стингеры, которые там камикадзят, также считаются за цель. И цели этой базы идут за счет базы с тремя плюсиками, вот на которую я говорил, не надо летать. Успокоимся, начинаем работать. Это у нас левая, да, башня? Левая установка работает. Чтобы выманить скиммеров, нам нужно завалить генераторы. Вон, повылазили, друзья. Первый. Второй. Третий. Так, теперь надо, чтобы вырезали эти еще большие, друзья. Вот они вырезали. Готово. Так, штук 6 мы завалили. Теперь что нужно сделать? Правильно, релогнуться. Прямо на месте. Никого, людей нет, так что это не логив. Никто на нас не нападал. Пардон. Опять перезаходим. База обновляется. 6 убили, нужно еще 6. Сейчас второй мисс враг подключу. Не знаю, кто из них подключил.
И то же самое. Ракета пошла. Ракета пошла. Так, это крыша. Вот. Два сразу готово. Где-то еще там друзья должны быть. Вылазь, вылазь, тук-тук-тук. Так, что-то в этот раз не вылезли эти остальные. Повылазили. Готов. Готов. Все, на этой базе закончили работу. Летим на следующую базу. На этой базе все то же самое, даже еще проще. Снижаемся практически на посадку. Собственно, троих уже убрали. То же самое, героический релок. Incoming message. Incoming mission critical message. Incoming mission critical message. Готово. Еще не все. Еще остались. Релок это, конечно, эксплойт, но кого это... Все, чистенько. Ну а теперь воспользуюсь еще одним сервисом, предоставленным компанией Frontier Developments, который называется Телепорт имени Брабина. $32 страховка. Мы оказываемся сразу же на Баудин лендинга. На Баудин, как его там, лендинг. И
И... брюки превращаются в элегантные шорты. Сдаем всю эту канитель. Значит, 664. Минус 664. Считайте сами. В общем, в целом здесь за день можно поднимать спокойно миллиард, не напрягаясь, попивая чаек. И все в таком духе. Всем спасибо, всем пока, удачи!